Афродита – это одна из самых известных богинь в древнегреческой мифологии. Она является богиней любви, красоты, плодородия и женственности. В римской мифологии она соответствует богине Венере. Афродита родилась из морской пены, поднявшейся из моря после того, как членистый бог Уран и богиня Гея разрушили гениталии Урана и бросили их в море. Поэтому она иногда называется Киприда, поскольку была рождена на острове Кипр. В мифах Афродита часто изображается как красивая женщина, обладающая властью над сердцами и чувствами людей. Она играла ключевую роль в многих мифологических историях, таких как роман с богом войны Аресом, ее брак с Гефестом, богом огня и кузнечества, и ее влияние на жизнь многих героев и обычных людей. Как богиня плодородия, Афродита также была связана с природой и растениями. Ее культ часто сопровождался ритуалами и обрядами, связанными с сельским хозяйством и рождением. Ее красота и влияние были важными для древнегреческого общества, и ее культ был широко распространен по всей Греции и за ее пределами.